Как оказалось, для проведения съемки в квартире необходимо получить разрешение в компании Settle City. Дмитрий продолжил осмотр квартиры, а мы, выполнив просьбу застройщика, все же позвонили юристу за консультацией. Ну, во-первых, дольщик совершенно четко не является специалистом в области строительства, поэтому вполне законно он может пригласить с собой специалистов, которые в состоянии определить качество строительства. До подписания акта приема передачи